добавим в нашу коллекцию боевой самолет «Мираж». Возьмем квадратный лист бумаги 20 на 20 сантиметров, складываем его по диагонали. Разворачиваем наш листочек, подгибаем вот эту сторону к центральной линии. Одну подогнули и вторую точно так же к центральной линии. Переворачиваем нашу заготовку. Нижний треугольник подворачиваем вверх. Эту сторону к нижним линиям. Разгибаем и эту сторону снова к нижней линии. Закладываем длинным треугольником. Разворачиваем и сразу две вместе. У нас должен получиться вот такой хвостик аккуратненький. Хвостик мы отгибаем в сторону. Длинную сторону нашего треугольника подгибаем к этой точке. Делаем складку. Отгибаем наш треугольничек, у нас получилась линия. Теперь нам нужно сделать складку на 45 градусов. Вот этот вот маленький отрезок мы должны подогнуть к средней линии. Подгибаем и закладываем складочку. С одной стороны так сделали и с другой стороны точно так же. Получились две складки. Делаем еще две складки, которые будут параллельны вот этим двум намеченным, но будут располагаться чуть выше. Отгибаем бумагу вниз. Одна. И вторая. У нас получились две складочки, одна чуть ниже, вторая чуть выше. Теперь мы одну прогибаем вовнутрь, а вторую вниз гнем. Получается у нас вот такая вот заготовочка. Пальчиками ее аккуратно выпрямляем. Заготовка нашего самолета. Крылья нашего самолета по вот этой вот линии поднимаем вверх. С одной стороны. И с другой стороны. Кабину. Вот здесь маленький треугольничек отгибаем немножечко вниз. И в другую сторону перегнем, чтобы складка лучше получилась. Теперь выровняем крыло. Для этого подогнем немножечко вниз угол, чтобы крылышко самолета было ровное. Вот с одной стороны мы подогнули, переворачиваем заготовку и с другой стороны тоже подгибаем вниз. Отгибаем одно крылышко, загибаем краешек на хвостике самолета, раскрываем и прячем его вовнутрь, чтобы он не был острым. Вот спрятали. Теперь пальчиками разгибаем кабину, так вот утапливаем ее немножечко. Выпрямляем нос самолета и крылья.